Здравствуйте, с вами мастерская Highlander Custom. Сегодня мы проводим тестирование двух гранатометов ручных. Не нашего моделирования, но нашего изготовления. Это гранатомет ручной Пион, изначально сделанный под ВОК Тюльпан, но с нашей доработкой под чекист острой карты. И еще один гранатомет от Heavy Barrel под выстрелы ТАГ. По данному гранатомету также нами была доработана прицельная планка. Сейчас она имеет не только целик, но и мушку. Комплект рассчитан так, чтобы между крайними значениями был угол 30 градусов. Каждая риска — это ход 5 градусов. Удобная планка, которую можно устанавливать как на данный гранатомет, на Heavy Barrel, а также на наши гранатометы, на наши стволы гранатометов для мушкетонов. Зарядка производится при включенном предохранителе. Убеждаемся, что у нас нет искры. Заряжаем чекист, плотная установка. Переключаем на выстрел. Поднимаем. Хорошо.